Доброе утро! Мы сейчас с вами будем завтракать. А у нас здесь... Всем доброе утро! Тогда мне стульчик. Доброе утро, Зай. А мы будем кушать манную кашу, кушать сыр с хлебом и все это запивать кофе. Вообще... Всем приятного аппетита! Да? У нас такое солнечное утро. Все так хорошо. Да. Рано встали. Ага. Катя у нас тут что-то запланировала сейчас сделать. Что ты сейчас будешь делать? Подделки буду снимать. Какие подделки? На Sweet Home новогодние. А, новогодние же? Ну, да ладно. Потихоньку, потому что у меня же экзамен еще, и я хочу, чтобы все успеть, я хочу заранее делать. Сейчас разбираю, у меня все штучки мои для подделок в вот таком пакетике хранились. Теперь я же, помнишь, мы тебе купили кроссовки? Я коробку оставила, чтобы туда убрать все, что для подделок мне нужно. Катя, безотходное производство. В коробочках все, в коробке у меня все было. Что у меня очень всего много. Чай, я люблю руками всякие поделки делать. Раньше я чаще, да, заделала. Угу. Намного чаще. Да. Сейчас мне так. Слушай, раньше я и больше всяких штуковин для поделок покупала. Блин, мне только столько ленточек. Это еще не все, там еще пару коробок лежит. Разные. Ой. И нитки у меня есть. Я же зевнул. И такие вот черненькие. Да, все замотать. Аккуратненько. И фиолетовенькие. И, ой, что тут у меня только нету. Ваня у нас сегодня на учебу идет к часу дня, а я к шести. Угу. Я с часу до трех сегодня. Всего два часика. Я потом... Потом остался. Блин, мне же еще надо подготовить. Сегодня, скорее всего, поеду на семейную кухню сниматься. Снимать рецепт. А видишь, зеленая ленточка. Ты поедешь все-таки? Да, да. Поедешь? Ну, хорошо. Ладно, я пойду, мне там Windows ждет, надо установить. Хорошо. Тебе камеру ставить? Ну, ставь. На, держи. Я тут такой вот немножечко кавардак устроила на кровати и на столе. Ваня у нас уже собирается в универ. Ага. Ага. Вот, а я продолжаю тут дальше заниматься делами. Катя снимается. Так, ну это слишком много. Что могу вам сказать? Количество капусты должно соответствовать количеству... А? Мясо. Сейчас я все. Вот ты такой. Я это все снимаю. Вот зараза, капуста это. Так, что, возьмем другую тарелочку? Капусты тут немало. А? Капусты немало. Да. Так, мне нужно количество капусты. Нет, подожди, как это сказать? Не снимай. Только подними голову. В эти котлеты не... В эти котлеты... Наверное, не котлеты, а фарш, нет? Да. В фарш яйцо и муку добавлять не нужно. Фарш, яйцо или же хлеб добавлять не нужно. И также не нужно, не понадобится нам и мука. Так, все, вынесли. А теперь нужно поставить сковородку разогреваться и добавить туда масло. Там снимаете, а? Куча у тебя. Скрытая камера. Так, теперь мне нужно... Я уже так запуталась в микрофоне. Что-то я так покраснела. Мне просто жарко там на кухне было. Все, уже все приготовила. Смотрите, какие красивые получились котлеты. Это необычные котлеты. Они из капусты и белого мяса. Так что ждите. Тетя, когда оно будет? Скоро? На следующей неделе или нет? 28-го. 28 числа
будет на семейной кухне. Вот, и вот тетёля еще приготовила квашеную капусту, еще салатик, то, что мы сейчас будем обедать. Да, у нас все с капустой. Давид бы голодный остался. Это да. Кстати, вы видели уже челлендж «Испанец пробует русскую еду»? Кстати, пробует на один парень на семейной кухне. Так что заходите, кому интересно, обязательно не посмотрите. Не показывают, чтобы меня смелось, подавились. Ну, нет. Ладно, все, ребятки, всем приятного аппетита, а мы будем обедать. Так, я дома давно. Катя у нас только приехала, я ее забрал. Вот, мы сейчас будем снимать... Ну, короче, если вы там вот посмотрите на барную стойку, вы увидите там много чего непонятного. Короче, там баночки. Вот будет... Давай. Я повешу еще... пока. Хорошо, давай еще. А еще я перед учебой зашла в H&M и купила кое-что. То, что себе купила, показывать не буду. Вы это увидите на других каналах. Я покажу сейчас, что я купила Ване. Зай. На камеру, то мне нужно еще куртку снять. Просто хочу показать, что я купила. Сейчас я куртку сниму. О, у нас дома тепло. Зай, ага. Ваня включила отопление. Да, чтобы было тепло. Логично? Логично. Короче, смотри, Зай. Купила я тебе рубашка. Вот такую вот рубашку. Ух ты! С Дедом Морозом. Да, смотрите. Здесь елочки. Носочки, снежинки и Деда Мороза. Прикольная? Да, классная. Сейчас будешь мерить, потому что я не знаю, как раз она на тебя или нет. Я взяла... Дело в том, что в H&M там и размеры очень странные. Иногда Ване подходит М-ка как раз, а иногда М-ка очень большая, а Л-ка как раз. В общем, все зависит... Как это М-ка большая, а Л-ка как раз? Может, наоборот, М-ка маленькая, а Л-ка как раз? Ну да, либо так. Либо же Л-ка большая, а М-ка как раз. Ты сказала М-ка большая, а Л-ка как раз. А, ну, перепутала. Короче, вот такую вот рубашку. И смотри, какой я тебе купила свитер. Хоу-хоу-хоу. Да, еще... Слушай, он... это М? Да, это М-ка. Слушай, он какой-то как платьишко. Эпа, пума, он не надо... Он длинненький. Но я думаю, самое главное, чтобы он в плечах теперь. Эти новогодние, эти я купила для Sweet Home, потому что там будут выходить видео новогодней тематики, и я хочу, чтобы мои деды тоже были по новогодним. Мы тебе на голову еще оденем шапочку Деда Мороза. У меня же мы оленяцкую купили. Ну, оленяцкая будет для этого, а шапка сюда больше подходит. Ты как видишь, как Дед Мороз. Так что сейчас будешь мерить. И бороду, да? А еще смотри, что я купила в Тайгер. Помимо того, что я купила то, что я хотела на китайском сайте заказать, помнишь, для зубной пасты? А, выдавливать? Да, помню. Да, нашла. В этом Тайгере повесили новый. Что я купила? Да Тайгер вообще там все из китайских сайтов. Только они свою марку клеят. А что она такая маленькая? Такая маленькая. Классно? Да. Тут еще вот мелочки. Ты будешь подписывать теперь все, да, видео. Да, напишем Sweet Home. Теперь у нас такая заставочка будет. На Sweet Home с такой штучкой. Классно? Ну я да. Я как увидела, там новый этот забусит. Хотя гриб Стив все начал. Ну, понимаете, это что такое? Я делаю, что видела такую в профессиональных магазинах, то точно такую же. Угу. Она стоила около 20 евро. Угу. А это стоит 4. Так ты еще у нас и экономная. А то! Я еще в первую очередь, да? Экономная штучка, да. И купила еще одну гирляндочку для подделки. Точно такую же. Сколько подделок ты будешь делать, Катя? М? Немного. А еще мою посылку. Родители, так что вот так. Короче, новогоднее настроение, куча подарков, сами себе делаем. Ну, тебе понравилось? Да. Правда? Да, конечно, я тут что, не видишь, лыбу давлю. Мы сейчас снимем это видео, пока мы вот так вот все в настроении и так далее, потом померяешь, и я хочу тебя заснять, как ты будешь. Позировать? А как я без шапки, без бороды? Что это за Дед Мороз? Знаешь, что в этом магазине, в чем там продается, рядом с этим свитером, знаешь, что висела такая кепка?
и к кепке приделана борода. Там столько новогоднего всего завезли, блин, просто. Там были такие... Эти глаза разбегаются. Да, там были такие классные мужские эти штаны домашние со снежинками. А у нас будет новогодняя заставка на влоговом? Не думаю. Его не качает. Ладно, все, Зай, давай снимать, потому что уже 9 часов, мне еще очень много дел нужно сделать в плане учебы. Мне к экзамену нужно готовиться. Вот именно. Он у меня в четверг. И у меня в четверг. Во-во-во. А там у меня еще хаос такой. Я вам сейчас покажу. У нас вот ядерная бомба взорвалась, смотрите. Ваня мне пишет, что это за ядерная бомба? Я так думаю, что за ядерная бомба? А потом вспомнила, что я-то срач оставила. Вот что это у тебя с мордой лица? Ладно, пошли видео снимать. Будет весело, я такие видео люблю делать. Кстати, на семейной кухне было похожее. Да, может, там тоже немножко по-другому. Другое, да. Здесь немножко другое. Но я же говорю, похоже. Я же говорю, не говорю такое же самое. Я говорю, похоже. Угу. Ладно, все, давай. Пума, ты стесняешься? Стесняешься. Я готовлю кушать. Я готовлю ужин. У нас на ужин будет спаржа зеленая, макароны итальянские и сосиски, какие они? Лидловские, немецкие. И сосиски немецкие. Короче, у нас будет шикарный ужин. Так, ладно, все, мне осталось, чтобы приготовились макароны, и все, у меня все готово. И все готово. Ай, ой, ой. Все, Пума сбежала. У нас идет изучение в полную мощь. Катя сидит, готовится к экзамену. Я там сижу, готовлюсь к экзамену. Как тебе готовится? Хорошо? Да. Нормально. Кстати, настало время, когда мы стали переодеваться, когда домой приходим. Это только зимой. Да? Да. Не, вот зимой некомфортно в уличной одежде. Хочется одеть что-то мягкое. Пошире, потеплее. Ага. Катя очень внимательно сидит и учит. Ей можно что угодно задавать, она будет говорить. Ага. Да. Да, Зай? А? Чё, Зай? Не, ничего. Мы давай попрощаемся, потому что уже поздно, уже час ночи, практически пол первого. А еще нужно мне заниматься, тебе влог монтировать и спать ложиться. Хорошо, что экзамен на меня не завтра. Так я сейчас бы стресс полный был бы. А может послезавтра. Хорошо учить, да, заранее? Да отвлекись ты на секунду. Секунду. Чё? Рассказывай. Чё рассказывать? Сейчас делаю резюме, распечатаю его и буду читать. О, и ложиться спать. И завтра утром хочу пораньше встать. Не, я серьезно встану. Ты такая серьезная. Со мной встанешь? Да, с тобой встанешь. Завтра не завтра к 10. Значит, ты где-то в 9 часов только встанешь. Да. И я хочу пораньше. А еще раньше? Встать, да. Это у тебя серьезное заявление. Я не уверена, что я это... Выполнишь? Да, но план у меня... И я вчера... Сейчас. Вот так сделаю. Я вчера остался тут, потому что я же делал ноутбук, поменял жесткий диск, у меня там все устанавливалось, копировалось, короче, кучу времени. И я остался в зале, Катя ушла спать. И я, чтобы время не терять, начал там, короче, читать. Я там фигню читаю. И думаю, и нашел лучшее время, было 2 часа ночи, почитать. Короче, я уснул в зале, Катя... Ко мне, во сколько ты мне ко мне пришла? Часа в 4, наверное, да? Наверное, да. И меня будет, а я так. У меня смешно так стало от того, что я уснул, потому что я думаю, я еще перед тем, как лечь, я еще лежа начал читать, короче. Кадр.
и ничего не установил, и уснул, и вообще, короче. В итоге вообще ничего не установил, сегодня утром все пришлось сделать. То, что вчера делал, ничего не получилось. Да? Ну все, прощайся. Ну, что это? Что это? Спокойной ночи всем. Вот так вот. Все, всем пока-пока, ребят. Всем пока-пока. Ой, себе в глаз. Молодец какой. Все, всем пока. Пока-пока. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.